хорошее настроение, лето. А значит, семейное шоу «Дачин», и мы начинаем прямо отсюда. У нас в гостях буквально через некоторое время будут две женщины, которые сходили за грибами, собрали чудный урожай грибов, целых две корзины, и они с нами поделятся этим самым урожаем. Здравствуйте. Я не соединяюсь, не брали. Вас урожай наш интересует? Да. Сначала как вас зовут? Не Татьяна. Татьяна. Меня Семен зовут. Вот. Наталья. Да, привет. Богат у вас урожай, скажу вам. И долго вы так ходили, собирали? По времени? Часа полтора. А вот по телевизору всякие вот страсти говорят, верите, нет, то, что с грибами поосторожно надо? Да нет, мы уже здесь 20 с лишним лет ходим за ним. Да. Здесь. А можно вас попросить хотя бы вот не спиной, а тут? Давай сюда, Таня. Да тут яма. Иди с этой стороны. Что хочу еще спросить, поскольку передача дачная, за грибами выходите часто, правильно? Да-да. Вот. А чаще всего какие грибы? Разные. Все по сезону. Да. Ну а когда идете с грибами, какой гриб самый такой, который хочется найти? Белый. Вот кто, кого не спрашиваю, все говорят белый. Самый редкий. Да. Это красавец. А в основном здесь только белые подберезовики, да? Да, здесь белые подберезовики. Ну, неделю назад так червяка несу. Неделю назад сменушек было море, сейчас чернушек нету. Как вы их готовите? Я мариную, замораживаю. На зиму? Угу. Понятно. То есть такого же стандартного это у всех, да? Так? Да, конечно. То есть ничего такого мудреного? Нет, нет. Готовить их трудно? Нет, абсолютно. Отвариваешь, замораживаешь или маринуешь. Ничего сложного. Все стандартно. По-прежнему нашим любимым шоу семейным дача продолжается. Я с удовольствием продолжаю вам рассказывать, показывать все самое интересное. Песенка спета, колонки молчат, сделала больно и покинула чат. Но у тебя много нормальных девчат, но и сделала больно и покинула чат, 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 покинула чат, 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 чат. Зачем мне солнце Монако? Чего скажи мне, луна в Сан-Тропе, такой взгляд светит ярко, смысла, но если тебя рядом нет, зачем мне солнце Монако? Чего скажи мне, луна в Сан-Тропе, такой взгляд светит ярко, чего славу, если тебя рядом нет. Не уходи, не уходи. На расстоянии, в дно дыханье, вверх и вниз, нет границ. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах бы не исправил. Черный, белый, березовый ситец, помириться сама не могу, что друг другу опять мы приснимся, что по снегу к тебе я бегу. Снег летит и летит, снег летит и летит, на губах нашептает. Мы с тобой не вернемся с пути, потому что дороги не знаем.
Дам ей любовь кружится, счастье грезится нам. Мы в чем-то с тобой похожи, все по твоим следам. Стало еще дороже, я тебя не отдам. Давай поменяемся, сердце на сердце. Мы сможем, как птицы, летать с тобой в небе. Мы сможем ночами любить, как и прежде. Я буду в твоем, а ты в моем сердце. Раздушно затыкаю ушки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Все однажды кончается, как случайный роман. Не печалься, красавица, все обман, все обман. Бальпиль это растаяла журавлиной строкой. Было счастье нечаянным, а по косерной рекой. Все уже когда-то было, первый снег и тонкий лед. Что сгорело, то остыло, что болело, заживет. Все уже когда-то было, первый снег и тонкий лед. Что сгорело, то остыло, что болело, заживет. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Стали ярким крылом, рвет облака пополам. Ты где-то внизу, и светит звезда не нам, а нам нужно успеть что-то сказать. Знать бы что, незаметно и не слышно. После бури, как затишье, жизнь входит в берега, разрывая наши цепи, наполняя наши реки. Жизнь входит в берега, заставляя думать прежде, чем оставить все надежды. Жизнь входит в берега. Ну что, друзья, это по-прежнему шоу «Дача». Мы перенесемся буквально недалеко, там тоже будет прекрасно, так что отправляемся. Мы сегодня будем делать десерт для любимых, то есть для ваших половинок и так далее. Он очень простой. Вам понадобится обычный творог, вот такой вот в баночке. Потом заранее делаю клубничный джем. Берем творог. Просто вот так вот выкладываем на центр. И у нас получается вот такая, скажем, шайба творога. Вот берем, скажем, такой соус из сахара и клубники, поливаем на творог вот так, таким образом. Или просто берем и льем. Вот так вот. Далее мы берем, выкладываем ягодки, клубники в центр. Сахар кладем вот так вот, как снежочек. Мы берем веточки красной смородины, моем. И выкладываем такую красоту.
чтобы это было красиво, веточку красной смородины, которую мы берем, вот она, красная смородина с огорода, и украшаем. А самое главное, это взять листик. Смородины лучше, конечно, красный. Ну, если хотите, можете черный взять. И вот так вот приспосаблю. Это блюдо придумал я лично, поэтому всем вам приятного аппетита. Для блюда летнее наслаждение клубничное вам понадобится: клубничный джем, клубника 100 грамм, 3 веточки красной смородины, творог шайба, лист красной смородины. Способ приготовления. На тарелку выкладываем творог шайбой, сверху льем джем, вокруг творога он обязательно должен быть. На шайбу выкладываем клубнику, а на нее кладем листочек смородины. Тарелку украшаем веточками красной смородины. Потому что лучше этого вам абсолютно не найти. Читаешь по губам, что хочу сказать. Смотришь на меня, я ловлю твой взгляд. Что-то хочешь от меня, видно, не судьба. Мило побеседуем, друг друга не поймем. Будем мы ругаться, злиться и кричать. В порыве гнева пошлем друг друга. Разойдемся, вспомним о любви опять. Ты придешь ко мне, только я тебя не жду. Я закрою уши, чтоб тебя не слушать. Ложь и бред слышать не хочу. Все слова твои просты, лишь правду не скажешь ты. Читаешь по губам, что хочу сказать. Смотришь на меня, я ловлю твой взгляд. Что-то хочешь от меня, видно, не судьба. Мило побеседуем, друг друга не поймем. Будем мы ругаться, злиться и кричать. В порыве гнева пошлем друг друга. Разойдемся, вспомним о любви опять. Ты придешь ко мне, только я тебя не жду. Я закрою уши, чтоб тебя не слушать. Ложь и бред слышать не хочу. Все слова твои просты, лишь правду не скажешь ты. Потому что лучше этого вам абсолютно не найти. Отсюда, конечно, мы хотим перенестись в другое место, где тоже будет интересно. Премьера сезона. Главная традиция России. Дача. Семеном Бирюковым. Все идет по плану. Только на Сэмбере. Муравьишки, тоже атрибут на даче. Прекрасные отголоски птиц, сверчков, шум воды, всплеск рыб. Все это мы видим, вон они летают. Потрясающая обстановка совершенно. Рад тому, что здесь, на кукурузном поле,
Эх, можно посмотреть, насколько все потрясающе прекрасно в российском отечественном сельхозхозяйстве. Там, вот метелочки такие, видите, везде они, вот это самое красивое. Надеюсь, что-то вот тут появится в ближайшее время. А мы пройдемся вглубь, посмотрим на высокие побеги. Так что давайте отсюда перенесемся, чтобы посмотреть на них. Природной атмосферы, реальной. Но главное, что это лето. Должно быть только с хорошим настроением. Ты мне не враг, я с тобой не дружу. Я твой личный маньяк, я тебя придушу. Ты будешь со мной, ты надо бежать. Я могу бежать, а меня ты бежишь. Если ты мне не враг, я с тобой не дружу. Я твой личный маньяк, я тебя придушу. Ты даже со мной, я встать сам. Я могу убежать, ты меня движи. Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень, пробыл до утра. Но пришла пора, и собрался в путь. Ну и ладно, будь. Триста тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Люди стали создатели их в небе кружить. Каждый раз вспоминаешь с рассвета, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все-таки жить. Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень, пробовал до утра. Но пришла пора, и собрался в путь. Ну и ладно, будь. Ничего не опасаясь, я беру гриб подберезовик. Вот он. Значит, как его определить, что это он? В первую очередь, грибы подберезовики растут под березами, как название, и рядом с березами. Дальше. Ствол у них схож с березой, видим, светлое, с черными такими вот изъянами. Если посмотреть на ствол березы, сейчас мы посмотрим, то приблизительно одинаково. Далее, шляпка гриба, она как губка, вот она, видимо, она как губочка такая. Это означает, что гриб съедобный. Если он уже, вот как мы видим здесь, его кто-то уже кушал, то значит гриб хороший, потому что червяки плохой есть не будут, это точно. Так быстро меняется жизнь. Сегодня ты нужен, а завтра нет. Как можно думать о будущем? Сегодня оно есть, а завтра уже нет. Мне на тебя и тебе на меня. Я без тебя и ты без меня. Я не с тобой и ты не со мной. Я о тебе и ты обо мне.
Мне равнодушно, ему равнодушно, ей равнодушно, им равнодушно, тем равнодушно, всем равнодушно. Было равнодушно, будет равнодушно. Так быстро меняется жизнь. Сегодня ты нужен, а завтра нет. Как можно думать о будущем? Сегодня оно есть, а завтра уже нет. Мне на тебя и тебе на меня. Я без тебя и ты без меня. Я не с тобой, и ты не со мной. Я о тебе, и ты обо мне. Мне равнодушно, ему равнодушно, ей равнодушно, им равнодушно, тем равнодушно, всем равнодушно. Было равнодушно, будет равнодушно. Еще раз, это ягоды. И очень сладкие, немного сахара. Поэтому для тех, у кого сахарный диабет или еще что-то, лучше не советую. Он должен быть красным полностью. А этот не совсем красный. Но арбуз все-таки, как ягода, можно есть без всяких проблем. Смотрю я свысока, а вы о чем подумали? Жизнь как сериал, сегодня я такой, а завтра я другой, смешное такое амплуа. Щурясь на тебя смотрю, в глазах вижу я себя, на лице слегка улыбка, медленно и нежно течет твоя слеза. Я не пью, не курю и безумно всех люблю. Глазки я не строю, улыбаюсь просто скромно. Смотрю я свысока, а вы о чем подумали? Жизнь как сериал, сегодня я такой, а завтра я другой. Смешное такое амплуа. Щурясь на тебя смотрю, в глазах вижу я себя. На лице слегка улыбка, медленно и нежно течет твоя слеза. Программа подошла к концу, и нам, к сожалению, надо с вами прощаться. Мы увидимся снова на даче. Всего хорошего, я с вами не прощаюсь.